Мы вспомнили, это был Примаков. Черт. И закроем на этом тему. А разница? Вот, кстати, чего обсуждать операции всякие? Знаете, вот, а кто их обсуждает? Обсуждают. Кто? Врач это грудь вставила. А это вставила свою грудь не туда. Но а это вставила свою грудь тому или той урод. Я не понимаю, в чем ты. Если по честности. Про какие операции? Какая грудь урод? А я тебе говорю, что не надо было вот у четвертом классе с уроков про природоведение убегать. Поэтому ты меня, потому что ты меня не понимаешь. Надо было, ты что, не помнишь? Ты не понимаешь меня теперь. Потому что я изъясняюсь, как человек знакомый с фотосинтезом. Ну это когда зеленым становится листик. Я знаю, как здесь фотосинтез, когда зеленым становишься. А если идешь против фотосинтеза, то это становишься тогда Джексоном. И он хотел себе загубить фотосинтез. Потому что... Не, и он хотел выйти в спячку. Хотел... Он хотел в сборную по хоккею, потому что пойти. Да, конечно, а их тогда не брали. Синхронное плавание. Головешек не брали тогда. Говорят, что тебя с шайбой будем путать, и надо быть белым. Вот. Наоборот. Барон. На льду эффектно смотрите. Говори правильно, наоборот, а не наоборот. Вот, люди. Нельзя смеяться, если у кого косые глаза. Или не косые, а если вот кто очки носит, очкары-качкары говорят. Это не так. А как говорить, если он носит очки, как ему не говорят? Человек в очках. Как говорить? Тебе ж не говорят струль. Не говорят. А кто мне скажет? Есть. Один ты знаешь. Ну я ж не говорю. Ну если бы сказали, то я бы, если честно, не бежал сюда. Потому что это еще... Если вот меня, кстати, правильно звать, потому что надоело вот это ругательное, Сережа, приклеилось. Сергей надо меня правильно звать. Если Сергей. Король гей. Получается, Сергей. Хорошо, будешь король гей. А был такой... Вот. А был такой очкарик, и он с детства был чаморный. Я вообще это как его. Пендали давали. Никто не в авторитете. Ты когда говоришь про очкариков, ты тогда уточняешь, чтобы зритель не путался. Я был косоглазый. Причем косоглазый? Я говорю, косоглазый это уже это не очкариковская болезнь. Уже не офтальмолог. А йод был такой. Ему надо было йодом мазать. Я говорю, он дальнобойщик или близорукий? Йод? Ну. Йод минус 7. Это как? Ну, когда... Как из аквариума. А, радом можно его тырить, а сдалека он видел. Видел, да. Только очень сдалека. Как да. Хэн и как петушок золотой. Гармонок сидел у Пушкина. Царицу видел, Шамаханскую. Мы недавно, кстати, нашли себе этот... Его пушки, у этого Пушкина, у него были сказки очень чекавые, интересные. Я никогда не знал. Что ж вы в детстве нас заставляли Гену про его дочку капитанского ее читать? У него сказки Дубровский по сравнению с Петушком откровенно... Да, не завлекает. Не завлекает. Там и Гена... А Петушка на одном дыхании. Там и Петушок же чукал еще. Чукал. А вот говорят, этот Петушок мне не... Помнишь, когда этому говорили, у нас есть в соседнем подъезде, где мы вот селились один раз в общаге, там один жил петух. Они говорят, этот петушок, я ему, говорю, рыло начищу. А мы потом, говорит, ты так не ругайся, потому что вот если петушок у Пушкина был, он, говорит, может тебе своим клювом, тебе, говорит, рассечь. Рассечь жизнь надвое. Это полубровие. Не на голове показывай. А один на бровях умеет ходить. Вот, знаешь? Это как его, про очкарика же хочу рассказать. Его жена рассказывала, на бровях пришел, говорит. И на очкарика его же были косые глаза очень. Да. И его, а он вырос потом, настоящего человека, с таким последний герой не стыдно. И он мог, это, как его, и он, во-первых... И он стал это развивать. Многие делают операции, как изменить свое. А он наоборот. А тебе дал Бог косые глаза, ты с ними и крути. И он один, ему очко заклеили пластыром, и он одно видел, одно нет. Вот, и он... И он в электричке когда ехал, и он тут книжку читая, а этой может столбы считать и говорить, какие остановки. Да, а потом, и он это... И он увеличил, как его кастрюль развести от очков, чем глазом, который был закрыт в темноте. Какие его взяли... С мечом, правда, только взяли, потому что с шайбы боялись,
Уж очень зоркий. Его и эти ж стояли. Пластины? Ну не пластины. Тогда пластины называли, а сейчас украшения эти называются. Фикси. Фирсинг. Ну эти, как на еду похожи. Стразы, вою. Стразы. А они стразы у него были такие, пластины. И он когда вернется, и он одному от коньков и зайчик попал, и он судью попал потом. Так и он на воротах стоял, он левым глазом, левым мог смотреть улево, право. Еной подножку дело, а это сбрасывание. Да. Короче, стал не человек, как прямо киборг какой-то глазной. Не, и он уже дальше стал, как хамелеоны. Вот, вот у них у хамелеоновый. А вы говорите дефект в дефект. Хамелефоновый, хамелеоновый его. Но вы детям языки подрезаете у детства, как «Р» говорил, а может и не надо. Кто подрезает? Есть, когда дети «Р» не говорят, им языки подрезают детства. И они тогда ничего не говорят, только «Р». Да. Что дальше что? Как будто все время, как будто горло полоскает. Я думаю, что это ты говоришь про пережиток. Никто как своему дичу отрезать язык. Ну вот, дитя, вот... Я вот знаю, что некоторые родители вот отрезают... Ты перепутал с плотью, баран. Это у них, у хасидов. Они детям отрезают болт. Зачем? Как не лез. Потом, да? Как никуда не лез. Ну, а как? Ну, короче, ены, короче, очкарик, ребята. Ну, очкарик. Ай, что себе возьмем?